Ребятки, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, продолжаем играть, и, пожалуй, нам надо зайти в вольер вот к этому гаденышу мелкому, точнее, не мелкому, а крупному. В общем-то, открываем наши баллы, тратим. Тилозавр, опять тилозавр. Чаще всех попадается тилозавр мне именно в вивовских очках. Ну, а теперь нам нужно перейти вот сюда и сделать вот так. Не знаю, насколько у нас хватит еды, но настолько мы его и прокачаем. Ну, давайте. По крайней мере, начнем делать 30-го. Тогда на первом уровне он выглядит некрасиво. Как у него кожа бесцветная. Так. Получили мы себе второго 20-го. Ну, на 20-м он слабенький, мы знаем. Но уже он выглядит красивенько. Вот так вот. Тун-тун-тун-тун. Выглядит они одинаково. Давайте кормить. Пока что еще нормально. Я думаю, мы 30-го сможем сделать. За 10 миллионов вложимся. Раджастега. Вот она какая. Так, а ну-ка, давайте заглянем ей прямо в глаза. Смотри мне в глаз. Давай, давай, давай. Кричи, кричи на меня. Так, у нас 2800 на 1000. Уже довольно классные показатели. На уровне выше, чем у спинораптора и карнораптора. Ну, давайте кормить. Так, это было примерно 10 миллионов. Ну, 3 миллиона всего лишь ушло. Не так уж много, как я думал. Думал, будет хуже. С такого ракурса тоже довольно интересно смотреть. Итак, у нас 3500 на 1200. Ну, это у нас как индоминус 30, наверное. Давайте же мы пойдем это сейчас проверим. Так, заходим вот сюда и вот сюда. И так, индоминус 30 немножко посильнее, но совсем чуть-чуть. Так, это у нас как Супрано Титан, да? Чуть сильнее Супрано Титана, хорошо. Хорошо, хорошо. И чем мы будем бороться? Ну, как говорится, сегодня, значит, мы сделаем часть боев. А оставшуюся часть будем делать уже завтра. Так, кого бы выбрать? Так, 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 5500. Сколько нужно, чтобы его ударить? Это нужно бить, иметь удар. Ой, больше 2000 не получится у нас. С этим даже Астапозавр не факт, что справится за два удара. Ну, за два удара не, он справится, конечно. Можем взять вот так и вот так. Ну, конечно, без летуна будет не очень хорошо. Опасно. Опасно, но дело в том, что следующий бой у нас будет ничуть не лучше, чем вот этот. Вот так вот сделать. Ну ладно, пусть будет так. Урхозавр бьет больно. Так что у него все шансы есть. Ну тут Астапозавр зарешает.
Он сейчас подменится, если захочет. Да. И даже проатаковал. Я тоже подменюсь, но атаковать не буду. Ну, он сменился, у него остался один балл. Зачем? Он меня мог убить за два удара, а теперь не может. Так, у него 4 балла. Атака на 4. Так, мой мега сильный приатрадон. Так, раз, два. Раз, два. И вот так. Можно было и третий балльчик поставить в защиту, как вы думаете? Хотя он, наверное, на третий бы нужен был. Да, он протоколол на все баллы, конечно. Но ничего страшного. Ничего страшного. Два удара. Хватит. Приатрадон не максимально прокачан, у него не будет удар сильнее там, чем 1500. Два удара по 1000 мы выдержим. 2500. А, и того меньше. Так, так, так. Ну все, каюк тебе. Так, ну один бой мы сделали, а дальше не знаю, ребята. Сейчас посмотрим, но соперники у нас будут такие же идиотские, какие были в этом бою. Идиотские, потому что они мне уже надоели. Одно и то же суют нам постоянно. Ну, если взять вот так, вот так. И вот так, например. Так, а зачем мне здесь индоминус? Кто мне скажет? Доминус незачем нам здесь. Вот так попробую. Шансов мало, но можно повеселиться. Давай. Ударит на 2. Нет, сменился 1. И я сменюсь. Ух, сейчас завалит. 2 балла, опять сменился. И атакует на 2. Так, у него-то по 0. Но мне приходится меняться. Он меня убьет хоть так, хоть так. Слабовато. Слабовато. Не получится нам здесь ничего сделать. Просто мне придется потратить очень... О, ну, смотрите, у него 5000 жизней. Мне придется потратить 4 балла. Ну все, он просто нас атакует и побеждает. Но ничего, мы попытались. Было интересно. Здесь даже апатозавр бы не спас. Не расстраивайся, Анкилодок. Ты все сможешь, но завтра. Ну да, пожалуй, мы тогда на этом и остановимся, потому что пока что нам сражаться некем. Будем ждать.
Будем ждать. Хотя, смотрите, через 5 часов освободится Птеродаустра. Кто у нас еще есть? Так, из таких быстрых. Никто не освободится так быстро. Птеродаустра красавчик. Так. Ну все тогда. Ну ладно, будем тогда ждать, ребятка, завтрашнего дня. Тем более это событие еще будет идти почти 4 дня. Так что завтра и продолжим. Так, сейчас мы пойдем кое-кого прокачаем и вернемся к нашему турниру. Ну, точнее, я возвращаюсь. А, так, это у меня выводится уже, скажем так, лишнее. А наш герой сегодня это Престазух. Поместить. И вот он как раз, не знаю, хватит ли нам еды, как обычно. Тяжелые времена настали в нашем парке. Точнее, они продолжаются. Ну, погнали. Это у нас будет 2 20-х. Сделаем из них 30-го. Там будем смотреть, на что хватит 10 миллионов еды. Та-дам! Так, корм тогда у нас получится даже, ну, по крайней мере, попытаемся создать 40-го. $9,7 миллионов уйдет примерно 1,3 миллиона, наверное, на прокачку этого с 20 на 30. Так, ну а сколько понадобится, чтобы качнуть его на 40-й? Ну, фиг его знает. Так, было... $8 миллионов. Ну вот, миллиончиков 5, но у нас и уйдет. У нас довольно интересным стал Престазух. Так, первый раз вижу его в таком вот обличии. А ну-ка увеличить. Немножко какой-то резкости не хватает. Как по мне. Вот смотрю на кожу и как-то не совсем четко. А ну посмотри нам прямо в глаз. Привет, ребята! Прикольный он такой. Так, 3000 жизни на 1500 удар. Ну и поехали кормить его. Ой, как быстро. 200 тысяч за одно кормление. Это миллион на один уровень. Ну да. Ну все. 37-й, ребята, только 37-й. Что мне здесь? Не так давно я поставил. О, могу еще один уровень даже качнуть. Точнее, еще один раз нажать на кнопку. Эх, не хватает. Ну ладно. 3400 на 1700. Вот такой вот у нас остался результат. Ну а мы возвращаемся в битву без ограничений за Дакозаврика. Так. Так. Кем это я успел, когда это Зухариптора успел трогать? Ну ладно, нам нужно взять какую-то ядреную амфибию. Пусть это будет Престазух. Пусть это будет Летун. Птеродаустра. И можно брать... Травоядного, да, даже взять можно. Апатозавра. Ну, давайте пробовать. Так.
ударил этот гаденыш. Это было больно. Так, что нам теперь делать? Подставлять апатозавра или птеродоустра? У него осталось 0, а птеродоустра его не убьет за 2 удара. Нет, убьет. 5500 был следующий удар. Неплохо. Можно было делать другую стратегию. Надо было первым брать слабого, потом брать птеродоустра. Так, ну сейчас он его снесет за 2 удара. Я его не смогу снести за 3 удара. Это плохо. Вот сейчас будет атаковать. Сменился. Нехорошо получается, ребята. Очень нехорошо. Так, я его снес, а теперь нужно защититься. Вот так вот. Ну, я думаю, должно сработать. Стопозавру достаточно нанести один удар, чтобы нас убить, и я думаю, он попытается это сделать. Вот только насколько. Ну, 3 балла, я думаю, хватит нам, чтобы справиться с ним. Так, ну поехали дальше. Последний наш бой. И там просто жесть. Просто жесть, ребята, какая-то происходит. Крутозавр. Так. Какой удар у птеродактиля? 1300. У птеродоустра был 1500. Хватит лишь этого, чтобы его убить за 2 удара. Плюс 50% это 600, будет 1900, короче, 2000. 2000 плюс 2000, 4000. И бонус 40%, да? Должно хватать, чтобы его убить. Интересно. Так ли это на самом деле? Да-да, возьмем крутозавра, возьмем птеродактиля, но надо брать птеродоустра. Хотя с таким раскладом тогда лучше брать уже не птеродактиля, а чтобы выдержать побольше, 2 одиночных удара может выдержать до... Вот так вот. Ну-ну, атакуй. Один, хорошо. Так, начало неплохое. Еще один. Хорошо. Так и поставил, ну ладно. Один удар не хватит, смотрите, 496 на 469. 3! Ура! Так, сила удара у следующего будет около 1000. Полностью защищаемся. И следующий остапозавр тоже будет наш. Сейчас нужно запомнить, сколько будет ударов птеродактиля такие. Давайте смотреть. Так, так, так. 1, 2, 4, 900. То есть не хватает 5000 птеродактиля. Приходится бить третий.
Но бой оказался легким. Ну-ну-ну, давай. 5 баллов. А еще так, 4900, это удар птеродактиля. А у птеродоуста удар будет намного посильнее. Смотрим. 1, 2, 5, 500. Круто. Чистых 8, смотрим. $45,990, ребят. Ура! Я бы крикнул громче, но у меня болит горло. Фух. Ну, вроде бы, ребятки, справились. Показал все, что хотел. Пора мне идти пить горячий чай. В 151 раз за сегодня. Так, у нас доказаврик. Щелк. 1000, 1500 генов. Это больше, чем стоит сам доказавр. Ну, в продаже так точно. О, у нас появился еще команда нет нокаута. Она только появилась. Ну, это будет у нас, ребятки, уже, наверное, в следующей части. Всем пока.